Вообще. Слушай, может, документики в этих пьяниц проверить? А смысл? Я не знаю. Видел я его где-то, но не помню. Может, по ориентировке проходил. Да забей. Нажрался мужик, с кем не бывает. Знак карателя. Нет. Вон убой. Приготовить к съемке.
Какая съемка, камера? И поехали. Смотрели. Слушай, может документы этих кто-нибудь проверит? А смысл? Я не знаю. Видел я его где-то. Да не помню. Может, по ориентировке проходил? Да забей. Нажрался мужик. Ну, с кем не бывает. Поехали. Давай. И погнал. Она сейчас уезжать будет. Да? Пищать будет. Пищать будет? Почему? И вот этот попали сюда. Тебя просто не вибрировало. Богдан, ты держишь водитель, давайте в вашу сторону чуть-чуть пробуйте в реверс. Правнее, да, и в зеркало. Приготовились к съемке. Но все с ними прекрасно. Может, пропустим, не волнуйся. Да, Жень, могу пропустить? Да давай снимать, не можешь пропустить. Давайте пропустим, Богдан, ты держишь. Давайте снимать, что мне разобрать все, что ли? Приготовить съемки, камера. Да. И начали. Слушай, может, документы у этих пьяненьких проверить? А смысл? Не знаю. Видел я его где-то. Может, по ориентировке проходил? Да забей. Нажрался мужик, с кем не бывает. Оп, делаем дублик. Слушайте, братцы, давайте сделаем так. Ты все играй в зеркало. Особо все туда не поворачивайся. И только на реплику мы уходим туда, на поворот, да, вот на. Может, документы у них проверить. Где-то его рожи видел, да. И вот на забей, Лех, на забей. Мы уходим фокусом туда-назад. Хорошо. Да? Но помягче все это делаем. То есть это как бы себе и зеркало, угу, да? Угу. Приготовились? Приготовились к съемке. Да, смотри, все время на переднем плане у нас фокус, да? Все играется сюда. И только где-то, когда про ориентировку, и только на забей мы переводим фокус туда. Приготовились, да. Камера. Да. И начали. Слушай. Может, документы у этих пьяненьких проверим? А смысл? Я не знаю. Видел я его где-то. Может, по ориентировке проходил? Да забей. Нажрался мужик, с кем не бывает. Снова в зеркало. А, и снова в зеркало по финалу. Ага. Понял. Приготовились. Стоп. Дублик сделаем. Сыграйте на дублик. Камера. Богдан, не ори время кадра. Все хорошо. Да. Есть. И начали. Слушай, может, документы у этих пьяненьких проверим? А смысл? Не знаю. Да видел я его где-то. Может, по ориентировке проходил? Да забей. Нажрался я мужик, с кем не бывает. И обратно в зеркало. И стоп. Да? Стоп. Да, хорошо. Сняли, давайте снимем зеркальце. Поехали назад чуть-чуть. Вадим, давай перекрываем сейчас. Богдан, какая машина назад? Поехали назад потихоньку, братцы, заводите аппарат. Только зеркало на место, и можно вернуть? Пожалуйста. Нет. Поехали. Еще.
Я сейчас вас с камерой залезу. Давай. Все, меняемся, я с камерой сейчас залезу. Телефончик твой? Да. Пускай работает. Попадется, блин, не сломал. Так, мы сейчас заберем камеру, садится на... Костя, а так мы с тобой свой фильм запишем. Да? Так у нас проходят съемки фильмов. А где еще можно так покататься на УАЗике? Патрульно-постовой службы, причем на УАЗик. Ребята, не советую брать. Реклама Ульяновского автозавода пошла в минус. Интеграция не получилась. Стоп, снято. Камера идет. Ха, да, это они умеют, Джон. Там, ребят, давайте. Я учился это, в 12 лет меня дед учил. На УАЗике ездил, на 69-ке. Фразу-то дать ему или не надо? Чего там, я не понял. Денис, если что, в игровой машине открыто окно заднее, на всякий случай. Фразу-то там сами дадут или дать? А? Фразу дать или дать? Дать, конечно. Ну. Курить хочу, блядь. Курей. А, ну в этой машине, наверное, не стоит. Ну да. На каком там... Пойду я выйду тогда, там где, ну, скажу фразу, чтобы он не туда смотрел. Съемки. Дверь пусть закроют тут. Богдан, Богдан, с той стороны. Толик, дублю. Я ему. Прикольно, что улыбнешься этому и ушел туда в машину. А, то есть. Эй, ребят, что там, проблемы какие? Да
Не умеет жены, да? Да, она вон стоит, я ее вижу. Ему? В тебя сделай. Давай. Катайся в дублю. Эй, ребят, ну что там, проблемы какие-то? А не, какие проблемы? Вот, приятель. А я ему говорю, ну видишь, пей, блин. Ну что, я его сейчас домой отвезу. Узнай, мы быстро пошли на место пытаем. Ну да, это они умеют, Жанна-то. Вот, хорошо. Я тебя отжался, ребят. У меня теперь остался. А смысл? Да забей, нажрался мужик, с кем не бывает. А, друзья, готовим обратное направление. ПБ переходит за машину ППС. Нет, хотя тогда, если они решат все поменять, ты тогда должен будешь сказать, может, документ у них проверим? Да, уже раз все по этому смыслу, тогда ты это говоришь. Да, может, нахер текст менять. Какая разница? Такой у тебя распиздячик был. Ну да. Нет, прикольно, в принципе. Эй, ребят, чё там, проблемы какие-то? Это они умеют. Ха, жёна-то. Увереннее поехали. Активней. Есть. Мужик, наверное, охерел. Когда увидел, что, блядь. А ты говоришь, что у тебя слов нет. Да. Теперь есть. Ну что, проблема? Проблемы, ребят? Я переделал так. По-человечески. Мы сейчас общепланно подъезд, проигрываем сцену, и машина ППС отъезжает, выезжает из кадра, если у вас за плейбэк. Богдан, встречаем пассажиров, пешеходов. Сейчас пешеходы и будем снимать. А вот это Митсуба там сейчас мешать будет. Машину-то уберите. А нас слышно? Да, Богдан, все, переходите на эту сторону. Приготовились к съемке, камера. Начали, поехали. Поедем, едем, едем. Быстрее чуть. Эй, ребят, чё, проблемы какие-то? Это они умеют, жёны-то. Выезжаем, выезжаем, выезжаем. Костян, ну с зеркала.
сцену закончили, всем спасибо, блядь. Закрыли сцены 10, 13, 10, 15, 15. Домой, братан! Ха-ха, хорош! А машину куда я? Волгу, блядь! Мусорскую машину. Костян, сфоткай, блядь.